год – самый добрый семейный праздник, в который как никогда верится в чудеса. И они случаются. А волшебником может стать любой, кто готов поделиться теплом. Здравствуйте! В эфире РТС проект «Республика добра» и я, его ведущая, Анна Ахпашева. По-настоящему добрым стал декабрь. В эти дни эпидемия добра буквально охватила города и села нашей республики. Волонтеры объединили усилия, чтобы праздник действительно пришел в каждый дом. К примеру, результатом марафона добрых дел стали более 2500 подарков, собранных для детей из малоимущих семей. Инициатором акции выступил фонд «Дети Абакана». Ее поддержали волонтеры и студенческий совет города. В прошлом году мероприятие получило большую поддержку у жителей столицы Хакасии, поэтому было решено повторить его и в этом году. Сотни людей откликнулись на призыв подарить праздник обделенным детям. К примеру, неизвестная Снегурочка принесла от себя лично 15 коробок с конфетами. Сладкие подарки собирали целыми предприятиями, школами и детскими садами. Подключились и бизнесмены. Организаторы уверяют, новогодний подарок уйдет точно по адресу. Мы очень тесно сотрудничаем с городским управлением образования, с управлением социальной поддержки населения, со старостами. Эти списки действительно существуют. Это выверенные списки именно тех детей, которые действительно нуждаются. И через социальных педагогов школ, через классных руководителей мы эти подарки передаем в руки этим детям. Новогодняя сказка пришла и в семьи с особенными детьми. Для ребят с тяжелыми диагнозами коллективные праздники – это такая редкая возможность порой просто выйти из дома. А в этом году еще и Дед Мороз постарался, исполнил все желания, которые они писали ему в письмах. Мероприятие уже 7 лет проводится. Мы пробовали в разных форматах. Вот сейчас это одно из мероприятий новогоднего марафона. То есть у нас дети, вернее семьи, ходят на различные мероприятия, выполняют домашние задания, наряжают елки, потому что это тоже очень важно. И многие семьи, воспитывающие особенных детей, просто про это забывают, либо им не хватает времени. А тут как бы вот как-то обязывает. В организации «Доброе сердце Хакасии» сегодня уже 40 активных семей с особенными детьми. Их всех объединили общие проблемы, заботы и стремление сделать этих ребят чуточку счастливее. В этом году уже традиционно провели акцию «Елочка желаний». Ребята написали письма Деду Морозу, в которых были такие простые мечты – машинка на радиоуправлении или коньки, конструктор или кукла. Впрочем, когда каждый день превращается в борьбу, на такие простые радости порой не хватает ни сил, ни средств. Но предновогоднее волшебство случилось благодаря неравнодушным жителям нашей республики. Огромное спасибо людям всей Хакасии, благодаря которым мы собрали нужную сумму и нужные подарки детям, которые вот загадали желание, написав Деду Морозу письма. Удалось выполнить все желания. Семилетний Вова в числе тех счастливчиков, чьи мечты Деду Морозу удалось выполнить. Заветную коробочку с новым другом Вова не выпускал из рук. Вот здесь попугай. Аккуратненько держи, аккуратно. Ира, садись. Стой, стой, стой. Давай сфотографируемся. Да, там попугайчик. Аккуратно. Держи его аккуратненько, чтобы он не улетел. Давай. Ты рад, что тебе подарили попугай? Да. А почему? Потому что я хотела очень попугай. На самом деле он хотел кого-нибудь живого. Просто мы, так как часто уезжаем, нам нужно было какое-то животное мы хотели однозначно. Остановились как бы на том, которое можно на время, допустим, отдать бабушке, потому что бывает месяцами нас нету дома, ну, в силу обстоятельств. И поэтому выбрали попугая. Это очень здорово, как бы, очень приятно. И большое вам спасибо, низкий поклон за то, что вы хотите, осуществляете и помогаете таким ребятишкам, как наши. Подарки в этот день получили абсолютно все дети, пришедшие на праздник. А их больше 60. Телекомпания РТС не осталась в стороне и помогла сделать так, чтобы каждый ребенок получил сладкий презент. Очень важно, чтобы в семье была гармония, потому что с инвалидностью ребенок получает много подарков. А иногда братья и сестры являются, ну, я грубо говоря, называю тени больных детей.
За новогоднее настроение отвечал коллектив досугового центра «Южный». Артисты смогли увлечь абсолютно каждого ребенка, а сделать это непросто. Годы уходят на то, чтобы ребенок с инвалидностью смог социализироваться и не боялся шумных праздников. Есть, конечно, заболевания, которые, ну, к сожалению, не проходят, сенсорные нарушения при аутизме. Очень тяжело детям, но мы стараемся учесть вот эти особенности, то есть музыка потише. Вот обратили внимание, филки, они обычно мигают у них. Мы попросили не мигать, потому что это сенсорная дисфункция зрения, чтобы вот как бы было комфортно. Конечно, дети социализируются, даже вот можно сказать про мою дочь, которая лет 5 назад, она просто не могла находиться в таком шуме, она кричала, плакала, а сейчас она с удовольствием участвует, и ну, видели, как и танцевала. Соня, сладкий подарок брать будешь? Да. Подожди вот так, давай. Самый счастливый ребенок. Смотрю на Соню, не даю себе унывать, а вообще всем рекомендую перед Новым годом прочитать книжку Поллианны «Девочка, которая играла в радость». То есть не важно, что у вас происходит сейчас в жизни, главное, к этому легче относиться. И у вас будет счастье и повод для радости. Всех с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья и успеха. И здоровья. И здоровья, улыбок, смеха, радости. Счастья, здоровья, смеха, радости, ну и любви. А вот еще один пример того, как легко сделать счастливым даже не одного, а десятки детей. Чтобы подарить праздник ребятам из малообеспеченных семей, объединились предприниматели и пригласили на благотворительный обед детей из школ и интернатов. Потому что я всегда хочу помочь людям, помочь ребятишкам, которые остаются маленечко обделенные в этой жизни. И это для меня очень сильно важно. И я рада, что сегодня все приехали из Сосновского района, с города Бакана, национальная гимназия. Впрочем, старики не меньше детей верят в чудеса и ждут праздника. Именно для пожилых людей в Абакане прошел настоящий утренник. Благотворительный фонд «Кристалл» организовал его для своих подопечных. Сегодня на попечении у фонда более 400 одиноких, нуждающихся в помощи пожилых жителей Абакана. Большинство только питается в социальной столовой, но есть и активисты, для которых создан досуговый центр. Кстати, сами старики тоже приложили руку к организации праздника. На кружках рукоделия мастерицы вязали, лепили, клеили игрушки и новогодние сувениры, а потом продавали их на благотворительной ярмарке. На вырученные средства удалось накрыть столы и приобрести подарки всем активным пенсионерам. Здесь 75 человек – это активисты, то есть у кого более активная жизненная позиция. То есть таким методом мы их поощряем. В прошлом году танцевали, пели, веселились, оставили сценки, несколько раз переодевались, еще не хотели расходиться. Утренник прошел по всем правилам. Участники нарядились в карнавальные костюмы, Дед Мороз со Снегурочкой веселили гостей, а те, в свою очередь, рассказывали стихи и пели песни. Для большинства из этих стариков фонд «Кристалл» стал вторым домом и настоящей отдушиной в череде ежедневных проблем и болезней. Очень мне нравится, очень здорово, что мы в этом обществе, в «Кристалле». Благодарна я всем, всех люблю и плакать буду сейчас. Спасибо, спасибо всем организаторам, спасибо, что за нас так беспокоятся, нам такое удовольствие предоставляют. С Новым годом, товарищи, чтобы всех все любили друг друга, уважали, родители не забывали и дети, чтобы не забывали нас. Действительно, в эти праздничные дни мы желаем, чтобы вас окружали родные и близкие люди. Ваш дом был наполнен ароматами новогоднего стола и громким детским смехом. Добра всем нам в наступающем 2019-м! С Новым годом!